куда вы выносите мусор? На контейнерную площадку или сотруднику мусоровывозящей компании, когда специализированная машина подъезжает к вашему дому? Так ответит большинство жителей Щелково. Разве есть еще варианты, спросите вы? У некоторых жителей поселков Краснознаменский и Загорянский, как оказалось, есть. Они, не стесняясь, выкидывают свои мусорные мешки прямо по дороге на электричку. Спускаясь с платформы станции Соколовская и пройдя буквально пару метров, мы можем наблюдать вот такую вот неприятную картину. Почему люди здесь оставляют свой мусор и, самое главное, как с этим бороться? С января 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов должен быть обеспечен региональным оператором. В нашем городском округе это ООО «Хартия». С мусоровывозящей компанией в обязательном порядке заключается договор. Жители домов вблизи станции не приняли решение об установке единой контейнерной площадки. Следовательно, мусор компания должна вывозить от каждого дома. Раньше у жителей частных домов в квитанции не было графы за вывоз мусора. Теперь такая есть. Вот только смириться с необходимостью платить за свои отходы некоторые до сих пор не могут. А это вот у нас люди такие. Вот мы, например, наша улица, мы заключили договор, у нас из дома прямо вывозят. Мы ничего не выкидываем, мы в определенные дни, часы выставляем свои пакетики. Они приезжают и увозят. Все. Если вы застали своего соседа за недобросовестным занятием, то постарайтесь заснять правонарушение и направьте снимок в Госсанэпидтехнадзор. Инспекторы выпишут ему штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Если земельный участок непосредственно является неразграниченной государственной собственностью, то в рамках муниципального контракта на ликвидацию несанкционированных свалок администрация городского округа Щелково выполняет работы. А это значит, что уборка будет производиться на средства из муниципального бюджета. Следовательно, платить за наведение порядка будут все – и те, кто мусорит, и те, кто нет. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.